Более короткие. Вот, все, я понял. Они здесь хотят сюда, потом они... Ой, они обратно круг галя дадут. Они сейчас к нам повернутся. Вот. Пойдем, ладно. Да как смысл? Давайте встречаемся, короче. Давайте. Компас могу понести? Нет, он мне нужен. Камера. Выбирай. Пойдем, ладно, черт. Вот, вот эта дорога, понимаешь? А то, что пойдем, там у них... Я согласна. Мы пошли сюда. Нас трое. Давай я сейчас возьму. Вот они, видишь, пошли стрелки. Так, сейчас я пройду. Это счет вот этих колонн идет. Осторожней, ты спину. Да. Вот. Они пошли вот сюда, давай. И вот они вышли 14. А мы вот здесь. Всё, они дальше, давай. Вот я про эту стрелку говорил. Она наверняка намекает на то, что это графический фильм. Дорожник тут скользко. Так, теперь сориентируйся. Прямо, прямо двигай. Так, не здесь, да? Они должны, по идее, вот оттуда сейчас прийти. Тут тупик. Это не грот. Не грот, но вырубка. Это колонны, вырубки, вот они. И нам куда сейчас идти? А вот нет, куда? Это не колонна. Колонна. А тут тупик. Да, 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 да. Это вот как бы они нарисованы колоннами. Мы сейчас обойдем. Мы-то идем все время по левой стороне. Так, они туда ли нам туда? Нет, Люх. Ты сориентировался, мы вроде точно по компасу. Вот. Вот они по плиты. По компасу тут мы быстро теряемся, если по компасу вниз. Да. Так, север-юг. А где там север-юг-то? Вот север. А тут есть на карте? Сейчас разверну. Там как... Вот он лежит сейчас, север-юг. А, север вот так вот, да? Да. На 45 градусов. Да. Значит, нам нужно... Мы вот сейчас вот зашли, ну, вот сюда. То и есть вот... нам нужно вот туда вот. Вот сюда. Правильно? По компасу, вот. Если мы где-то тут, то нам нужно вот к слонику. Значит, нам нужно туда. Правильно? Значит, мы сейчас вот тут вот кружимся, ну, да, получается? Ну, логично. То есть я не говорю, что прям вот туда, но куда-то туда. Либо туда, либо туда, либо туда. Да. Правильно? Правильно, значит, не туда точно. Если компасу доверять. Значит, туда нет, идем. Нет, 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 мы... А там-то ход был? Там, нет. Там почему? Там вот есть. Ход. А, есть, идем. А, нифига. Там тупик. Более слева, Илюх. Мы вот сейчас в зале с колоннами. Где-то тут должен быть выход. Пойдем. Нет, вообще вот там, вот слева, вот за этой-ка. Вот здесь вот. Все, ничего нету. Нет. Вот тут, скорее всего, куда они пошли, это единственный направо. Не единственный, налево. Все, тупики везде. И здесь? Да, везде, да, везде. Блин. Фигу. Странно, что на карте он есть. Не единственный. Ну. Вот эти вот плиты, они есть, они нарисованы. А я думаю, что нам вот куда-то вот туда все-таки надо. Не, не, по компасу туда. Давай. По компасу дальше. Не туда, да, по компасу ну не вот туда. По компасу ориентируемся. Взял. Свечу. Так, стоп, стоп, стоп. Катя, подожди, сейчас мы снова по компасу ориентируемся. А нет, теперь я вас не брошу. Слушай, а вот это что за хрень? Тупик. Тупик это. Надо вот где вот Лёша завернул, туда же. Пошли завернём. Я помню, мы с Лёшей тогда
ходили, как? Сколько мы с Лешей ходили тогда? Минут 50? Я с Лешей не ходила. А, ну мы здесь чаще ходили с ним. 50 ходили. Ну, они сюда ушли. Нет? По компасу. Ну, по компасу. По компасу, да. Какой? 45. Не-не, север совмещаем. Туда и идем. Вот, он был прав. Но они пришли к 14-му с другой стороны. Мы находимся вот где-то вот в этом месте, в этом зале. Вот это у нас что? Вот это зал. Ну, можно вот проще это... вот это обойти еще. Где? Ну, вот сюда, давайте сюда пойдем. Я думал, что это вот какой-то. Ну что, лезем? Не, лезу. Давай лучше обойдем. Ну ладно, как хотите. Давай. Да, ну, здесь прохода нет. Есть. Где? Там большой проход. А я еще предлагаю вернуться обратно. Сюда, да? Нет. Здесь все такие туннели. Там-то есть ход. Мы вот как-то идем вот здесь вот. Я думаю, что... Этот вариант, вот, кстати говоря... Оттуда, потому что оттуда курево пахнет. Да курево, они здесь курили, в этом месте нас ждали. Ну вот все, вот надо идти, вот я не знаю, все же как они шли. Они там плутали. Они там плутали, да? С Алексеем. Вот это как бы главная дорога. 12, 11. Тут все больше и больше. Так что мы. Наверное, пути. 13. Вот я 13-й нашел. Соответственно, дальше. Вот это 12-й. Они вот в эту дырку залезли. Они вот в эту дырку залезли. Давайте лезьте. Ночью представляешь, как быстро прокурим. Проснемся. Таник там. Смокинг рум. Вот 12-й. Давай. Левее 13-й. Еще дальше 14-й. А сейчас я пролезу, возьму. Нет. Это человек-паук. Компас падает. Взял. Е-мое. Аккуратней. Да, скользнул чуть-чуть. Все, вот это 12, дальше 13, не пал 14. 14. О. Вот, 14. А от него, по-моему, справа. Насколько я понимаю, да? Я не знаю. Спиной, аккуратнее, башкой. Прямо я вот этот лежу. Так, 15, можно. Сейчас посмотрим, можно ли нам 15. Так, мы, главное, перешли на следующий лист. 15-й ты видишь? 15-й нам. Я предлагаю поступить по хитрому. Его не может быть там. Я предлагаю поступить по хитрому и пойти... Не, Лю, давай дойдем до грота. Да я был уже там. Ну ты-то был, а мы-то нет, мы их сейчас догоним. Что там интересное, я говорю. Давай мы их тогда догоним, а? А? Дойти надо, я же. Там личный колонный зал такой же, как тут.
Ничем не отличается. Нет, Илюха, дойти надо. Да и чего? Нет. Идем, вот идем. А налево там, у тебя же не хватит сил. Там знаешь, делать? 3 раза больше. Нам не хватит. Ну и чего их догнать? Блин! Ты сейчас... Я просто объясняю. На левый в 3 раза больше. Тут ты уже сил, я вижу, смотрю, выбилась почти. Нет. Что. Ну как это нет? Нет. Уже сидишь. Я сижу, потому что значит, я сижу. Ну вот, а там будет в 3 раза дольше. Там расстояние по картам даже можешь посмотреть. В 3 раза дольше. Да и ладно. Короче, нам надо сейчас вот сюда и вот так. Или прямо и вот так. Ну. Нам нужен 10-й. Оптимально. Лучше сюда, наверное. Просто мы в прошлый раз тоже двухдневку ездили. Потом пошел в левой части, блядь, я, Кирилл и Леха. Иди. Втроем. И когда все. Илюх, сейчас мы их догоним. В прошлой осенью. Да. Давай. Тихонечко. А мы 2-3 месяца назад сюда ездили. А, ну да. Тогда вы, когда вы сказали, так в пятницу мы едем. Молодцы вообще. Ну вы собирали бы пораньше, хотя бы собирали. Пораньше никто не может. Дела. Нет, в смысле, как бы заранее куда план. Заранее тоже никто не знает. Сюда? Верхи так, верхи вэг. Блин, вот тут вот хрен поймешь, если честно. Вот был 14-й. А 15-й ты видел? Да, там. 15. А он, ты не могла его видеть. Тогда пойдем вернемся, что это? Вот я не знаю. В 14-м мы стояли вот так вот. Ну смотри, правильно. Откуда мы сюда? Отсюда? Вот, 14-й. Но. Пойдем вернемся. Я тебе покажу, что это был 15-й. От 15-го вот 10-й. С перчаточкой недавно. А мы вот пошли вот так вот. Народ, они сюда лезли. Я знаю, что они сюда-то лезли как раз. Сюда лезли, вот. Вот я не пойму, какого хрена они туда лезли. Не знаю кто, но они... Кто-то тут был 2-3 дня назад, максимум. Мы сейчас вот так вот движемся. За этот проход мы должны найти заваленный. Либо мы должны вот этот проход, когда мы были в этот зал. То есть мы сейчас вот были вот в этом зале, где цифры 14, 13, да, 12. Да, были. А мы сейчас пошли вот по этому каналу. Ну, все правильно, я 15-й видела. 15-й не могла видеть, вот эта стена. А, это всё. Стена? Да. Я вижу. Я путаюсь маленько. Видишь? А не вот там, направо. Быстрее. Ну пошли направо. Да. Направо там тоже ползти. Да, да, фиг да, быстрее. Да, да? Да. Возьми, пожалуйста. Вот смотри. А-а-а. Я тебе про это и говорю. То есть прикинь, это какой масштаб получается. Это 14, это 15. Так, вот дальше, у них там отлиск был. Да? Выключим свет. Свет включаем? Все. Быстро. Раз, два, три. Давай, ну включаем, включаем. Включаем, нету. Ушли, там были. Или вот там. Нет, от 15 мы выйдем к плывуну группы 7 близей. Нам сейчас нужно туда, к 10-му. Более терпкий, собачий. 10-й и 16-й, ищите. Нет, мы пролезли вообще в другую часть системы. Слышь, Илюх? Ты идешь в грот 7 бледей. Здесь? Нет, мы не могли здесь быть. Это ж 15 сзади нас, нам надо вот туда. Они... Но они идут от этого. Тут накурено все, что дымовая завеса. Вон, видите? Я по запаху их вышел. А? Да. Да-да-да. Нет, вы там что нашли? Чего?
Пойдем. О, я, блин. Я по запаху. Ну, нам просто сделать.